За ходом голосования будут следить тысячи наблюдателей, в основном общественники и представители различных партий. Сегодня одна из них заключила с Общественной палатой соглашение. Будем сейчас организовывать наблюдение, чтобы очень прозрачно и объективно и справедливо прошло голосование. Соглашение подписывают секретарь регионального отделения «Единоросса» Владимир Мякуш и исполняющий обязанности председателя Общественной палаты региона Николай Денека. Теперь партия официально может выдвинуть своих представителей в качестве наблюдателей не только в Челябинске, но и в других районах. Сегодня пул наблюдателей, представляющих все политические силы Челябинской области, общественные организации. Это залог успеха того, что голосование пройдет честно, открыто и прозрачно. Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках. Их откроется больше 2000. На данный момент больше всего заявок в Общественную палату поступило из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Перед голосованием все наблюдатели пройдут обучение в онлайн-формате.